Самое основное – это отношения, отношения родителей с детьми. Потому что, к сожалению, когда вот если родители будут называть своего ребенка дурачок, то он дурачком и вырастет. Если ребенку будут говорить, что ты ничего не умеешь делать, вот как меня воспитывала моя тетя, она говорит, у тебя руки не туда вставлены. Мне приходилось с этим очень долго бороться. То ребенку, естественно, трудно будет. Вот самое основное, что найти договоренность с ребенком, всегда договариваться и даже с ним советоваться. И тогда ребенок будет с удовольствием идти к взрослому и сам расти. Вот часто очень говорят, вот ребенка хочет, вот маленький ребенок хочет помыть посуду. А вот иногда бабушки говорят, иди, я сама вымою. И ребенок, в принципе, когда вырастает, он и складывает в раковину посуду, а потом бабушки удивляются. Ведь ребенок может сам вымыть, а потом можно эту посуду перемыть. И, в принципе, сказать ребенку большое спасибо, что ты помог маме это сделать. И потом поиграть в игры ребячьи тоже. Вот когда с ними гуляешь, например, вот когда слабый ледок еще вот весной, дети любят наступать на лед, и чтобы брызги летели. Ну, одеть ребенка соответствующий, если взрослым вместе с ними немножечко вот так позоровать, то ребенку это будет очень интересно. Самое основное, что детям доверять, доверять им, а не строиться, потому что если ребенка строить, он сам начинает строить. Один раз мне ребенок сказал, Ванда, ложку надо мыть с двух сторон. Но я поняла, что родители очень хорошо его строили.